Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем в Spider-Man Человек-паук. И победили мы уже четверых злодеев. Это петушара какой-то. Потом батарейка, носорог, скорпион. Еще осталось Матара, ага, Кентаро, кто там? Я в паре кварталов. Будет нужна помощь, зови. В паре кварталов. Спасибо. Пожелай мне удачи. Удачи. Так. Пентхаус Нормана на последнем этаже. Но лифт заперт. Открыть его можно только из комнаты охраны. Пойдем в комнату охраны, значит. Вот комната охраны. Но охранник увидит меня, если я зайду. Ну, естественно. Довольны. Возможно, я смогу завести их, чтобы отвлечь внимание. Так. Ну-ка давай, что это? Забыл свой чертов ингалятор. Я слышала, что по важной причине вас могут пропустить. А что важнее здоровье? Правда? Надо поговорить с охраной. Ну-ка, давай. Находясь внизу, мы каждую секунду рискуем заразиться. Только держитесь подальше от администратора. Он ужасно кашляет. Что? Они обязаны пустить нас наверх. Вот. А что ж Осборна здесь нет? Бунт? Ну да, с ним такого не происходит. Мэр и его друзья являются исключением. Охрана пропустила наверх одного из его крупнейших инвесторов. Я так и знала. У него все куплено, как обычно. Конечно. Можно сработать. Че, думаешь, хватит? Сюда, у нас тут ситуация. Уходите отсюда сейчас же. Мы не открыта. Менее важны, чем Осборн. Надо незаметно проскользнуть туда. Успокойтесь, пожалуйста. Проверка Соболь Интернешнл почти закончена. Да нельзя, мэм. Надо обойти. Вы говорили это час назад. Ну давай с другой стороны. Сторонним сюда нельзя. Соболь делает это для вашей же безопасности. Скорее для безопасности Осборна. Прошу вас, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Так, не бежим, не бежим, просто заходим. Я вообще не понимаю, зачем вы здесь нужны. Потому что вы ни на что не годитесь. Привет. Я знаю пару агентов Соболя, мечтающих с тобой познакомиться. Это шокер. Клянусь, я просто... Клянись в другом месте, а здесь работаем мы. Ладно, ладно, ухожу. Надутый болван. Дом на миллионы баксов, а сетка на уровне 90-х. Какой идиотизм. Так, а мне куда свали? Что это было? Молодец. А, это в упор делается. Классная штука. Пульт от лифта в комнате охраны. А рядом агент Соболя. Был. Мэри Джейн Уотсон, супершпионка. Все, пора открыть лифт. Ну давай, давай, давай. Открыли. Что мы видим? Сработало. Норман уходит. Лифт открыт. Пора подниматься наверх. Блин, обратно. А, во. Посюда можно выйти. А этот там так и стоит у монитора. Ну пусть стоит. Он нам не особо-то уже и нужен. Без него справились. Лифт в пентхаус. Вот он. Ой. Стойте! А при чем здесь баба-то? Меня что, знают, что ли, в лицо? Вот он. Норман и Соболь. Как вовремя. Найти бы этого инженера и пристрелить. Так. Вот же дурацкая кнопка. А в кнопке ли дело?
Что-то у нее 158 чувство какое-то играет. У этой бабы. Что это за сверхагент? Еще и мне люлей могла дать. Ладно. Потом будем. Охранники Нормана нейтрализованы. Если он прячет здесь что-то, я это найду. Внимание! Пожарные двери включены. Выполняется автоматическая самодиагностика. Вот. Сохраняйте спокойствие. Что это такое? Это что за маска такая? Аскор. Ух ты! Вот эта маска. Она показывает, где находится дверь. Интересно, куда она ведет. Так, а как тут? Понятно, ладно. Кладем маску. Чертежи прототипа боевой маски. Судя по всему, на них отмечены уязвимые места. Вот это бы сфотографировать. Могу сфотографировать? Нет, не могу сфотографировать. Что тут у нас еще? План пентхауса. За стеной с семейным портретом целая куча пустого пространства. Это мы знаем уже. На Манхэттене крайне нетипично. Энджей, агентов Соболя стало еще больше. Кажется, Нормана увозят. Как бы меня не засекли. С этим надо что-то делать. Например, держать дистанцию, пока этого хватит. Да давай. Научные журналы со статьями о проблеме Человека-паука. Ха. Забавно, что способности Пита обсуждает целая армия ученых. Еще забавнее, что в этом активно участвует Норман. Записка так. Инструкция к кодовому замку. Похоже, последний день Гарри — это код. Наверное, день его отъезда в Европу. А когда день отъезда в Европу был? Я откуда знаю? Ни хрена вы. Даже если тут обведено, тут ничего не видно, ни хрена. Ладно, может она сама там. Двери заперты до окончания проверки. Так, маски. Ладно, идем. Знаменитые Осборны. Так, и как мы будем взламывать эту систему? Норман прощается с сыном. О, за семейным портретом есть кодовый замок. Похоже, Норман любит фильмы про шпионов. Ну давай, вводи. Последний день пребывания. Я не понял. Чё не так-то? Самодиагностика завершена. Проблемы не обнаружены. А, вот так вот. Норман может вернуться в любой момент. Надо найти код от замка. Последний день Гарри. Гарри говорил, что ему всегда готовила мама. Я бы удивилась, если бы узнала, что Норман хоть раз вставал к плите. Эта комната пахнет богатством. Не удивлюсь, если это вино с виноградников Нормана в Бургундии. Конечно, богатство. Столько выпивки. Читаем. Он запер комнату Гарри, чтобы к возвращению сына в ней ничего не изменилось. Но куда он дел ключ? Так. Куда он мог деть ключ? В городе ЧП, а Нормана по-прежнему обслуживают уборщицы и прачки. Тоже мне герой. Блин. Привет, пап. Я уже еду к доктору Майклзу делать последнюю прививку перед большим путешествием.
Если ты тоже будешь там, может, захватишь дневник из моей комнаты? Я хочу записать туда кое-какие мысли о происходящем. Как бы то ни было, я знаю, что этого мало, но все равно... Спасибо, папа. Спасибо, что ты это сделал. Че, не все, что ли? Ух ты, я так давно не слышала голоса Гарри. Он кажется каким-то усталым. Надеюсь, дневник еще здесь. Надо поискать его в комнате. Так, для начала... Боже, когда мы с Питом были детьми, мы ходили сюда смотреть кино. Это был совсем другой мир, не похожий на Квинс. Забавно, но Гарри это не нравилось. Он обожал смотреть мультики по крошечному телевизору на кухне Мэй. Вот фотография, подожди. Когда-то я завидовала семье Гарри. Они были такими счастливыми. По сравнению со мной, по комнате Гарри. Но она заперта. Интересно, где Норман прячет ключ? Ну, я вот думаю, вот здесь и прячет он. Ну? Так, нет. Где можно спрятать ключ? Когда родился Гарри, его мама посадила это растение. Теперь, когда ее больше нет, за ним ухаживает Норма. Красивая. Ключ. Заходите в гости, найти код от замка. Так. Неизлечимый диагноз Эмили. Я знала, что мама Гарри больна, но не знала, что это генетическое. А Гарри тестировался? Это что? Норман и Отто. Ух ты. Похоже, раньше они были близкими друзьями. Что же могло их поссорить? Что? Как мило. Деньги. Норман коллекционирует агитки со своих выборов. Это явно для школы. И тут еще оставлено место. Долгосрочные планы? Ну, давай посмотрим, вот. Эмили, мама Гарри. Он называл ее самой красивой мамой в городе. Кажется, к раме с обратной стороны что-то прикрепили. Все. Можно идти. Ну, тут можно, конечно, посмотреть, как люди живут. Ванная Нормана больше всей моей квартиры. Печаль. А, у Нормана есть бассейн. Нью-Йорк — город подземных крыс и уличной пиццы, а не шезлонгов и пляжных коктейлей. Шикует. Смотрите, как шикарно живет он там. Открывай. Ключ-то мы нашли. За портретом матери. Это ведь не для Гарри? Или... Дневник Гарри. Последняя запись датирована 18 июля. Должно быть, это код от той комнаты. Сегодня я отправляюсь в Европу. Ха! 18 июля. 18.07. Ну, отправляешься, отправляешься. Что-то я... Я хочу сказать, что нам надо все продумать. Опаздываю. Ты остаешься здесь. Вакцина готова, и я буду контролировать ее производство. Но без меня вы будете беззащитны. Похоже, я и с тобой также беззащитен. Я иду один. Разговор окончен. Отряду 2 быть наготове. А я подышу немного. Так, понятно. Пит, лекарство готово. Норман пошел за ним в лабораторию. Последишь за ним? Незаметно вряд ли. Соболь встала не с той ноги и устроила агентам учебную тревогу. Все на взводе. Тогда жди. Я уже почти знаю, где это. Тихо, тихо.
И они выходят. Так, потихонечку, помаленечку. Вышел. Успел? 18 июля. Есть. Нифига, тут все ходят, а я тут нифига двери открыл, никто ее не заметил даже. Супер жутко. Надо найти лабораторию дыхать пауки. Норман пытается воссоздать способности Питера. Да. На клетках. Что это за штуки? Прототипы ручных гранат? И что, я не могу взять их? Норман все больше напоминает мне безумного ученого. Тут какой-то станок фрезерный. Токарный какому-то. Норман Осборн. Отчет по GR-27. Медкарты Гарри и Эмили. GR-20 детский рентгеновский снимок. Но медкарты Гарри и Эмили. GR-27 разрабатывался, чтобы их вылечить. Дыхание дьявола – неудачная попытка создать лекарство для близких. Ну, тут еще рентген. Как ты правильно заметила, детский. Норман Осборн. Отчет по GR-27. Весь проект коту под хвост. GR-27 – лекарство. Они вирус. Но попробуй объясни это репортерам. Они откуда-то узнали прозвище, которое ему дали техники, дыхание дьявола, и теперь нагнетают истерию. Они не понимают, что им можно лечить рак, врожденные пороки, наследственные заболевания. Еще немного, и мы бы довели его до совершенства. А вместо этого мне придется 1.5 года отмывать репутацию. Только времени впустую. Дыхание дьявола не болезнь, а попытка создать лекарство? Ну да, это было понятно и так. Не могу. Все-таки мне надо как-то взять эти бомбы. Давай. Медкарты Гарри и Эмили. GR-27 разрабатывался, чтобы их вылечить. Дыхание дьявола – неудачная попытка создать лекарство для близких. Не понимаю, что еще надо-то здесь? Сваливай. Да, мне этот операционный стол зачем-то нужен. Ух ты, Норман выиграл конкурс на самую странную карту. Похоже на верхний Уэстсайд. Расположение отрядов Соболя. Здесь от... Браво, браво. А это, похоже, старая добрая Альфа. Коммерческая недвижимость. Ух ты, похоже, Норман следит за перемещениями доктора Майклза. Готова спорить, я найду эту лабораторию. Она должна быть в здании Аскорб, возле которого много Соболей... и который часто посещает Майклс. Вокруг лаборатории должно быть... Норман не настолько безумен, чтобы хранить противоядие в торговом центре. Так. Ван Адер — это тупик.
Что, сваливаем или что? Нет. Похоже, карта верхнего Вестсайда. Надо проверить маршруты. Так, коммерция, студия. Доктор Майклс возглавляет группу дыхания. Мне нужно найти особо охраняемое здание. В это здание Скорб заходил доктор Майклс. Но оно не охраняется. Там, где все три категории пересекаются, здание Скорб. Но ни Майклза, ни Соболей. Так, есть пересечение с маршрутом Майклза. Мне нужно найти особо охраняемый Ван Адер, это тупик. Там, где все три категории пересекаются, кажется, я выбрала неверные категории. Здание Скор, но ни Майклса, ни Соболя. Кажется, я выбрала не... Доктор Майклс возглавляет группу... Так, есть... Ну вот, нашел же. А Скорб активно работает. Здание Скорб, но ни Майкл... Кажется, я выбрала неверный... не то. Здание Скорб. Норман не настолько безумен, что... Кажется, я выбрала неверный... Здание Скорб. Но не Майклс. В студии звукозаписи может быть отлить старая добрая Альфа. Так, есть пересечение с маршрутом Майклза. Ну все. Че смотреть-то? Ты что, зависла, что ли? Карта отключена. Сейчас недоступна. Ну и все, выходим. Кофейку бы сейчас. Так, пришлось прервать задание. Что-то там клюкнуло, зависло. Или я что-то не так сделал. Давайте посмотрим, что получилось-то у нас. В духе сами знаете кого. Обнаружили тяжелую стадию раздвоения личности. Это вздор. Он просто пытается избежать безжалостного правосудия. Только дурак поверит в россказни, что этот мистер Позитив с улыбкой, помогающий бедным, вдруг может стать мистером Негативом, взрывающим... Так, МДЖ, я в паре кварталов. Будет нужна помощь, зови. Ага, все заново. Подождите минутку. Ну что ж, мы опять зашли, блин. Быстро дошел. Ничего не сказать. Ну давайте. Похоже, Норман следит за перемещением. Как тут делать? Коммерческая недвижимость. Ух ты! Сколько студий? Записи. Расположение отрядов Соболя. Они развернуты по всему городу. Готова спорить, я найду эту лабораторию. Она должна быть в здании Скорб, возле которого много Соболей. И который чат GR27. Это же кодовое название дыхания дьявола. Нашла. 10-я и Кафедрал Стрит. Это же... Надо было тыкнуть просто. Блин, просто в здание надо было тыкнуть. Конечно. Угол 10-й и Кафедрал. Блин, пришлось переигрывать. Запись о Скорб. Идеальное место, чтобы спрятать секретную лабораторию. GR27. Инцидент с Ли. Что это? Что это? Итак, запись уже пошла. Я буду совсем рядом. Просто расслабься и пусть действует лекарство. Это сынишку это делают монстры из ребенка. Мальчик был готов. Я пойду туда. Нет, нельзя. Слишком поздно. Неудивительно, что зят взбунтовался. Что ты наделал? О, Господи. Норман и Отто. Это они все начали. Они создали Ли. Я должна все выяснить. Что? На! Кто там? О, нет. Нет. Так, а как сваливать?
Дьявол! Еще и паук на плече, блин. Ой-ой-ой. У нас прорыв. Тревога. Че, укусил бы, так такой же стало бы там. Я узнала, где лаборатория. И еще много всякого. Ты далеко? В паре кварталов. Только скажи, и я приду. Отлично. Не глуши мотор. Так, а мне никак не свалить посюда-то. Блин, я хотел тебя шокером бахнуть. Так, ладно. Пит, я узнала, где лаборатория. И еще много всякого. Ты далеко? В паре кварталов. Только скажи, и я приду. Отлично. Не глуши мотор. Так. Только не ходите в мою сторону, пожалуйста. Так, ладно, он мне не помеха. Чисто убрались? Прибрались? Ты ж моя чистюля. Так, иди посмотри, что с ним. Стойте! Попалась, да? Папа, папа. Да блин. Давай, давай, выйду, выйду. Сейчас только вырублю тебя. Вот, через спальню прошел. Надо зачистить балкон. А почему не сделать это человеку-пауку? Ему-то попроще было бы. Северо-западный угол. Ой-ой-ой-ой-ой. С этой мадам шутки плохи. Ты готов? Стой, стой, стой! Поздно. Давай! Ты чокнутая. А ты супер. Ну это я знаю, да. Хвали меня, хвали! Ну, давайте делиться, чем узнала, что там узнала. Все это слишком тяжело. Болезнь Гарри, Норман, Эли, доктор Октавиус. Я знаю. Все из-за меня. Все из-за тебя. Опять старая песня. Ты больше не одинок, Пит. Мы с Майлзом присмотрим за пир. А ты найди Нормана. Найди лекарство. Найду. Спасибо. Пожалуйста, партнер. Ну все, любезности закончились, сяськи-масяськи. Поцеловались и марш в пыточную. Паук, паук на ней!
Все-таки он сбежал. Кусай ее. Так. Мне надо раздобыть противоядие и попытаться все исправить. Хорошо. Куда нам надо? Сейчас мы там будем. Добудем противоядие и все исправим. Мне надо раздобыть противоядие и попытаться все исправить. Должен быть какой-то способ связаться с Ли и Отто. Убедить их прекратить этот крестовый поход. Оба не слили. Конечно. Они не могут отбросить все только ради мести Норману. Так. Вот он. Негатив. Он, наверное, поэтому и негатив, потому что негатив. Открывай. Это кто там? Люля, ему дайте еще рыжему. Так. Сначала демоны, потом пойду зали в лабораторию. Пора вырубить тех снайперов. Хоп, замотали. Давай, потихонечку, помаленечку. Так, это мы сделали. А где они еще есть у нас? Снайперы ваши. Беги. Надо прорваться мимо демонов, пока Ли не добрался до противоядия. Ой. Да тихо ты. Ой. Ну-ка давай-ка вот так вот. Подожди. По мордам тебе. Ну-ка давай-ка. Тихо-тихо, я увернулся же. На. На. Подожди, надо было другого долбить-то. На. Человек-паук, уходи немедленно. Мои люди справятся. Подождите. Соболь? Ли разобрался здесь со всеми агентами. Они ни с чем не справятся. Я предупредила тебя, супергерой. Демоны врезали Соболю. Ли вышел на тропу войны. Бамк! Вот так вот. Это я здорово придумал. Черт, похоже, Соболь выслала подмогу, когда ее люди не вышли на связь. Нам надоело, что ты нападаешь на наших агентов, паук. Так вы думаете, это я убил ваших людей? Это просто смешно. Да подождите, нифига вы. На. Подождите. На. Надо закончить побыстрее и идти внутрь. Подожди. Подождите, подождите, не бейте меня, я вас боюсь.
Получилось! Нет, еще и остались. Соболь дала мне передышку. Мы ведь должны быть в одной команде. На. И на. Подожди. Демоны и соболя нейтрализованы. Последую за ли. Так. Теперь можно идти. Открываем. Какая же ты тяжелая. Вау. Опять меня бьешь? За я что? Я убил моих людей. Испортил мое имущество, а мой клиент потерял миллионы. Есть хоть одна причина не убивать тебя на месте? Есть. Ты мне не нравишься. Я тебе тоже. Но сейчас в этом здании Ли убьет твоего клиента, если мы не вмешаемся. Мы можем воевать друг с другом. Или с Ли, но не на два фронта. Ну соглашайся. Я же симпатяга. Вот так. Ух, какая баба боевая. У тебя еще и ключ был. Ты поможешь мне спасти Нормана. А потом посмотрим. Идет. Ли сошел с ума. Иди за Осборном. Я с ним не поговорю. Да, ты сможешь? Нужно иметь друзей. Все, Ли, хватит бегать. Это конец. Куда идти-то? Это безумие. Надо как-то достучаться до Мартина Ли, которого я знал, который создал пир. Вау. Да стой! Подожди. Так. Придется спускаться. Блин. Уходи, человек-паук. Тихо. Касается только меня и Осборна. Ну не совсем, не совсем. Если бы вы не разрушали бы, в пустыне бы были бы. Знаю, что случилось с вашими родителями. Инцидент. Ты такой же уродец, как Осборн. Ну где ты? Мои родители погибли из-за меня. Из-за того, что со мной сделал Осборн. Ну, не совсем. Ну, и так ваше оно, конечно. Это не все. Оно не должно управлять вами. Я хотел, чтобы они мной гордились. Хотел почтить их наследие. И что тебе помешало? Нужно призвать Осборна к ответу. Я вам не позволю, Мартин. Давай. Почему я должен опять с тобой биться где-то в параллельных фантазиях? Я даже не знаю, реальность это или нет. Боль Ли. Его злоба. Они питают его силы. Фото на память. Так, чуть раньше. Чуть-чуть раньше-то. Мы ж уже воюем во всё. Единственный образец. Это что, вакцина? Нет! Нет, Мартин! Я же сказал, мне жаль.
Это был несчастный случай. Я хотел помочь тебе. Ты не помогаешь людям. Используешь их. Это не вернет ваших родителей. Зачем так настойчиво пытаться спасти этого мерзавца? Я хочу спасти вас, Мартин. Не дайте мести победить. Боритесь. Ну, хороший парень же был. Что-то тебе плохого-то случилось? Попасть в руки настоящего правосудия, но для этого вам нужно остановиться. Я не отступлю. Бум. Подожди, я тебе... Ага. Значит, надо уворачиваться, пока ты не устанешь. Вау! На! Бум! Бей его! Это... Нет! Давай еще! Ух ты, игра клавиш началась! Настоящий! Да тихо ты. На. Бей. Вломи ему. Его преступления будут на твоей совести. Вот так. Тихо. На. Тихо. Бей. Что, голова болит? Цитрамон выпей. Боритесь, Мартин! Вы можете спастись! Нет! Осборн должен страдать! Вау, вот он что за демон, маска-то. Реальный демон какой-то. Ненависти. Я знаю, вы можете победить демона. Победить демона? Демон, это я! Да. Да подождите вы. Подожди. Я смогу тебя так? Нет, не смогу. Ой-ой-ой. Бей. У вас с ним будет одна могила на двоих. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я-то тут при чем? Тихо. На. Подожди.
Бей, бей! Довольно! Я отомщу ему за родителей! Ой, я тут, видишь, кузнечика изображаю от тебя. Спасаюсь. И на. Бей. Скоро все закончится. Очень надеюсь. Подожди, я отойду от тебя. И получи. И еще разок. На. Получи. Ой. Да блин. Подожди. Получи. Моя воля сильнее твоей. Это мы посмотрим. Он почти готов. Да, да, и я тоже уже... Уже не знаю, чем заняться тут. На! Получи! Блин, да сколько вас здесь много-то? Подожди. Давай еще разок. Бам. Давай. Вот так, набрал энергии. И на. Подожди. Победил. Вроде как надавал ему люлей-то. Ну подожди. Куда я должен идти?
через демона, пробил тебе. Вот тебе леща. Ну и демон помер. И я крут. Осборн должен ответить. Я знаю. Но так ведь нельзя, Мартин. Все рушится. Спасай китайца. Какой ты злой. Все, сматывайся. А у него, кстати, отклик там маленький, очень маленький, потому он очень быстрый. У него когти такие, как он меня еще не пробил этими когтями тут. Ото? Отрави ему ножки. Ах, этот твой взгляд. Не представляешь, как я ему рад. Готов к последнему акту? Чего ты так удивился-то? Накосячил, отвечай. Что-то он похлеще меня пауком-то каким-то изобразился. Ну давай. Эй, где Отто? Ушел. Не о нем сейчас стоит волноваться. Ему надо в больницу. Нет, не надо. В пир. Надо, надо. Вылечить тебя надо полностью. Кстати, как твою личность скрывать тоже вот. Это что, больница? Это, блин, это же. Я хочу говорить. Для бездомных. Здесь нет никаких врачей. Кто же тот главный? Я обычно. А, так. Прошло много времени, но я постараюсь. Нужны маски, перчатки, стерильные инструменты. Спасибо. Если выживешь, поблагодаришь. Боже мой. Мэй. Вот так вот. Маску-то поди не сняли, надеюсь. Ему. Жить будет. Но нужен покой. Да сейчас отлежится полчасика, да пойдет. Эй, осторожно. Где Мэй? Чё ты? Где Мэй, тебя спросили? Ее может не стать в любой момент. Печалька. Куда ты? Надо найти Отто. Вакцина у него.
Не знаю, справлюсь ли я с ним. Может и нет. Может, пауку нужна помощь его друга Питера? Что? Питер помог создать эти руки, помнишь? Он должен знать, где их уязвимость. Да. Они не были совершенны в чем-то. Хоть и блатные, хоть Задаем и крутые. Тигр? Ты опять паук. Что-то этот паук, видимо, принесет нам какую-то новость свою. Еще, наверное, один человек-паук будет. Ладно. Нет. Нет, тоже не то. Может быть, это? Давай, кусай его. Нет. Вот. Укусил. Ну только ты не говори, что ты такой же умный, как Питер. Тот-то, блин, просто умный парень, и так получилось, что мутировал. Суть вопроса пройдена. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока.